конечно, все жалко одно, что все-таки возьму все классы, это не наш, не наш точка классы, производство сначала на бар, раньше у нас самих все делалось. Значит, это все привозное. Это с Китая, это можно из Узбекистана. Ну, конечно, качество не те, уже не тех, не тот хлопок, не то качество. Ну, и немножко, если даже там приглажки, не дай бог, попадают. Все вот эти оттенки рисунки, оно как-то уже сползает.